Господа, с вами Кентавр, это игра Stranded Deep, и мы будем сегодня путешествовать, целый день будем путешествовать, искать вот такие вот корабли, лутаться и достраивать вот такой вот плотишко, блин. Ну, это у нас как бы слабенький такой плотик из двух платформ, он наклонен, блин, направо, потому что перевес, то есть слева, справа, непонятно где, короче, все неравномерно, но это все надо поправить, друзья. Что ж, если вы хотите увидеть в дальнейшем Stranded Deep, конечно же, ставьте пальчики вверх. Ну, а мы сейчас продолжаем. Так, а косики мне сейчас не нужны. Я сейчас думаю, что взять с собой и что вообще здесь оставить. По идее, мне с собой ничего не нужно. Можно было бы взять ящики. Ну, типа, чтобы потом... Так, компас нам пусть будет. Лук не нужен. Стрелы тоже не нужны. Веревочки, я думаю, одну штуку пока что я возьму с собой. Потому что на крафт плота вроде бы нужны веревочки. Ну и хаммер, фонарик и компас. Пусть будет и компас. Я не знаю, как по нему ориентироваться в этой игре, потому что я вроде бы как... ну хотя мы будем знать хоть в какое направление, в каком направлении наш остров. Да, да-да-да, так что, друзья, продолжаем. Так, хаммер у нас есть, почему здесь у нас лежит еще один хаммер? Давай посмотрим. Так, один хаммер мы оставим, ну один молоток мы оставим дома. Обязательно, нам он не нужен. Ага, сюда не влезает. Так, секундочку, вот сюда вот, вот так вот. И погнали. Вроде бы все у нас есть. Я бы взял с собой, наверное, и кирку. Но не уверен, нужна ли она мне или нет. По идее, мне не нужна кирка вообще. Что ж, давайте возьмем немножко воды, попьем. Укрепимся, и не укрепимся, это так не говорится, походу. Да, сейчас, секундочку, сейчас мы попьем, сейчас вот так вот. И поплывем. Так, здесь наполняем. Здесь выкидываем, и у нас со статами все отлично, кроме нашего хп. У нас жизнь немножко покоцана из-за того, что мы в прошлой серии добывали, блин, елки-палки, гребаную акулу. Ну, не добывали, а убивали, пытались ее вытащить из воды и так далее. Это у нас тигровая акула, друзья. Я ее держу вот в такой форме, потому что она таким образом не портится. Можно же было ее накоптить там туда-сюда, но она вроде бы так тоже себя хорошо чувствует. Вот у нас чаечка летает. И, кстати, я вот выловил очень много этих вот летучих мышей. Они что, называются бат, походу? Да, походу называются бат. Раз, два, три, четыре штуки, блин. Четыре штуки летучих мышей. Их тоже можно пожарить и так далее. Так, мотыга нам не нужна. А здесь у нас растет кувава. Мы в прошлой серии то же самое сажали вот эту вот куваву, но я пока что фруктов не вижу. Я ее не вижу, как бы, она может быть еще не готова. Ну что ж, надеюсь, когда я вернусь, она будет, фрукт этот будет готов и будет нас ждать. И скажет, съешь меня, и же такой вкусный. Так, что нам нужно? Топорик есть, пики, давайте возьму ради мало ли две штуки. Потому что, чтобы убить, если вы не забыли, чтобы убить одну змею, если мало ли там змеи будут, нам нужны две пики. Что ж, я готов, садимся. Моторчика, к сожалению, у меня нет, у меня есть запчасти на него. Сейчас я вам покажу, что у меня есть из запчастей. И будем делать и мотор сегодня, если это получится. Так, это у нас бак топливный. И вроде бы все. И вроде бы совсем все. Че, только баг, что ли? У меня был баг, вроде карбюратор был, но где-то он должен быть. Где-то он валяется, друзья. Вообще-то без разницы. Все, что я найду, я все возьму с собой. Блин, только найди дождик. Только не... Так, тихо. Где? Блин, я должен видеть острова. Я уже островов... Вот. Там остров или башня? Блин. Не-не, сейчас будет шторм. Мы переждем. Или это не шторм? Нет, это не шторм, это у нас просто дождик. Ну хорошо. С помощью компаса я попробую все-таки как-то не потеряться. Так, секундочку. Давайте я компас все-таки возьму в руки. Он так как бы работает, да? Нет, так он не работает. Секундочку. Хорошо, где у нас... Секунду, вот так вот. Это у нас восток, да? Да, это у нас восток. Короче, наш остров находится в сторону востока. А мы сейчас пойдем на запад. Не, на запад я не хочу. Хотя да, вот так вот на запад. Все, погнали. Так, задний ход. Выплываем. Ничего страшного. Главное, что нету шторма. Это самое главное. Ну а сейчас мы поплыли, друзья.
Погнали. Но это у нас будет на паузе, потому что плыть мы будем, как я понимаю, долго. Кстати, кто мне написал о том, что плот все-таки плывет быстрее, молодец парень, потому что, блин, он реально плывет быстрее. Я плыл на своем бублике, который там, блин, я что-то это вот направление меняю. На своем бублике. А, куда камеру поворачиваешь, что туда он и плывет, я понял. На своем бублике желтом плыл, и он довольно медленный. Кстати, к сожалению, я заплыл в край карты. Походу, наш остров, ребятки, наш остров находится на краю карты. Нифига себе. Я вот сейчас... Ух ты. Там даже у нас башня, это понятно. Так, здесь у нас край карты. Мне написали в комментах, что здесь можно найти или другую акулу, или эту рыбу-меч, или что-то вроде этого. Рыбы здесь водятся, это понятно. Я хочу услышать характерный звук опасности хищника. Но почему-то я этого не слышу и не вижу. То есть здесь акулы пока что нет. Ну что ж, когда у нас акула появится... О, здрасте, здрасте, Lionfish. Когда у нас акула появится, мы обязательно посмотрим, что за акула будет. Потому что я еще в игре не встречал других акул, кроме тигровых. И это очень печально. Кстати, что я еще заметил, из-за неровности, или как его, блин, плота, блин, из-за того, что у него вес не рассчитан правильно, у нас наш плот реально его кренит налево, он плывет всегда налево. Это очень плохо, очень плохо. Нужно симметрию, короче, соблюдать обязательно прям. Так, хорошо, есть музыка акулы. Ну, я понимаю, что мы возле... Это, блин, хотел посмотреть, но не хочу, чтобы она меня укусила. Не хочу. Тихо, поднимайся, поднимайся. Хочу увидеть вблизи. Давай. Тайгер, тоже тигровый, тоже тигровая, блин, плохо. Плохо, я же сейчас ищу как бы другую акулу. Тихо, 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 что тебя так это колышет, блин? Секундочку, нормально все. Плывем дальше. Акула нас не потревожит, надеюсь. Так, вот островочек. Правда, уже ночь. Пока доплыли, блин, наступила ночь, блин. Офигеть. Друзья, пока у нас ночь, мы немножко подкрепимся, во-первых. Да, и это во-первых. А во-вторых, не знаю, будет ли нам холодно или нет. Сейчас у нас 8 часов 20 минут. Я думаю, в это время, пока у нас все-таки темно, нифига не видно, я поплыву по-любому на следующий островок. Потому что здесь, как я понял, я уже был. Так, пить мне сейчас не нужно. Нам нужно сейчас покушать. Вот так вот. Что ж, погнали. Да, к сожалению, на этом острове мы тоже были. Это уже второй остров, который я сейчас посещаю. У нас 12 часов, и как я понял, сразу же после 12 часов, если мой персонаж находится снаружи, ну типа не в доме там или у костра, то у него сразу же появляется флу, ну грипп, короче. И из-за этого гребаного гриппа, друзья, у нас упали все статы еды, воды и так далее. И очень надеюсь, что у нас из-за этого жизнь не испортится. Ну, в смысле, как бы это вот, не потеряем наше здоровье. Так что придется вот здесь немножко посидеть, подождать и согреться. Надеюсь, это пройдет. Пить и кушать, даже не знаю, есть смысл ему давать или нет, без понятия. Потому что, блин, это по-любому, когда у нас грипп, все эти вот статы упадут со скоростью звука, блин. Так что... Мне кажется, нам нужно будет подождать. О, кстати, у нас змея есть, блин, а у меня же ножа нет, чтобы ее пожарить. Здесь у нас испорченное мясо, это плохо. А кабанчик, кабанчик, тебя трогать я сейчас не буду. Что у нас по ножам? Так, ножик у нас делается из веревки, из палочки и из двух камней. К сожалению, все камни отсюда я, наверное, с этого острова уже собрал. Так что придется как-то вот так вот без ножика. Все. Да, грипп у нас прошел, так что уже спокойно можно и покушать, и попить. Вот таким вот образом. Так что буду делать это на паузе. Вот так вот. Выкидываем. И сейчас мы это все дело выпьем. Куда попер? Кокосик. Стоять. Вот так. Тихо. Вот так вот. Вот таким вот образом это все и делается. Что ж, погнали. Мне очень интересно, кстати, что будет, если я возьму испорченный кусочек мяса. Даже не маленький, давайте здоровый. Медиум. И пожарим. Будет, станет ли он, не знаю, съедобным. Посмотрим, проверим.
Ну а пока что будем собирать ресурсы. Ну, ресурсы в нашем случае это еда и питьевая вода. Так, здесь у нас испорченный кусочек мяса жарится. Кстати, очень круто. Звучит именно круто. Послушаем. Круто. Прямо сейчас прям съел. Ну, это если бы в реале. Так, что у нас там? Кокосики, блин. Вот мне сказали, а чё ты не лазишь по деревьям за кокосами? Блин, друзья, здесь такая фигня, блин, в этой игре, что ты когда лазишь вот так вот по деревьям, и иногда бывают такие баги, что ты просто как-то криво туда залез и падаешь вниз очень громко. Прям, громко, блин, очень больно. И это совсем неприятно, так как у нас ХП здесь очень, ну, в смысле, жизнь наша дорога. И нам здесь терять ее жизнь, то есть это вот жизнь не надо. Не надо ни терять, ни убиваться, ни умирать и так далее. Так как у нас кроватей для того, чтобы сохранить игру, нет на каждом острове. И если я умру, то я начну сразу же с моего маленького, малюсенького острова. Ну, не маленького, а там, где наша база. Так, давайте я соберу еще кое-что, что у нас тут есть. Все кокосики соберу, пусть будет. Потому что 100% потом как-то каким-то боком... Но придется опять же кушать. Даже под утро я почти что уверен, что нам придется и покушать, и попить. Но самое главное это то, что мы захотим пить это 100%. Так, здесь он руку не берет. То есть, ага, все, уже не хватает места. Отлично. Идем разгружаться. Ух ты, курафрут. Но дело в том, что мне кажется, он испортится, если я его так возьму, да? Если я сорву. Я бы просто его посадил, у нас же там грядка есть, блин. Но буду знать, где он находится. Буду знать, где курафрут находится. И это не кулава, а курафрут. И надо будет его посадить, чтобы у нас тоже такая хрень росла. Так, палочка, отлично. Не забываем, что надо находить. Блин, опять упал, да? Блин, кусочек этого мяса упал. Падает и падает и падает, не хочет держаться. Давно надо было уже разработчикам что-то придумать, чтобы вот эти вот куски... У нас же есть кнопочка E to interact. Нажать E, чтобы интерактировать. Чтобы этот кусочек как-то туда впихнуть, и чтобы он там держался. Но, к сожалению, пока что этого у нас нет. Так. Это все прекрасно, но... Кокосики мне сейчас... Мне бы их выкинуть куда-нибудь. Вот сюда вот все кокосики. Вот так, вот так, вот так. Отлично. Так, там у нас пара кокосиков полетели. Куда полететь? Ага, там камни, нормально. Будем их оттуда и собирать. Нет, кусочек мяса не хочет жариться, он все падает. Будем ждать, друзья. Буду ждать до утра. Вот сейчас у нас через где-то 2 часа будет уже солнышко, и можно будет поплыть к следующему острову. Так, был характерный звук готового мяса. Блин, нет, все-таки кушать нельзя, потому что это у нас все-таки приготовленное испорченное мясо. К сожалению. Так, выкидываем нахрен. Ай-яй-яй-яй. Я бы сейчас бы покушал. Но... так, кокосики, где у нас? Вот я их обработал. Так, можно их уже кушать. Отлично. Расть, двасть. И ХП у нас полное. Ну, не ХП, а показатели еды и воды. Солнышко, где? Ну что ж, в путь. Костерчик можно потушить на всякий случай. Я его буду держать. Пусть будет здесь. То есть ломать его не стоит. Все это вот, что мы строим на каждых островах. На каждом острове, то есть нужно не ломать, то есть нежелательно. Так, карбюратор здесь будем знать, и лейбл-маркер нам не нужен, а карбюратор нам может быть и понадобится. Кстати, я бы его и сейчас, наверное, взял, да? Я же его... Хотя, погодите, здесь у нас же 100% должны быть где-то лодки и что-то типа этого. Давайте посмотрим, где-то здесь есть вот эти вот пузырьки. Сейчас поищем в воде. Да, к сожалению, пузырьков... Так, куда, маленький? Не-не-не, нам не сюда, нам на разворот, вот туда, поплыли дальше, друзья. Пузырьков здесь никаких нет, то есть здесь никакого клада мы не найдем. Кроме вот того вот корабля, который у нас там почти что разобран на запчасти, там у нас ничего нет. Кстати, я что-то уже вижу в воде, пузырьков нет, но что-то в воде и видел, нет? Или это мне показалось? Нет, не показалось. Все-таки в воде что-то есть. Так, секундочку, что ты так буксуешь? А ну-ка, разворачивай. Вот так вот, вот так. Ну, пойдет. Я не знаю, что там есть. А даже если... Блин, бочки. Кстати, я же расширять должен был. Я же должен быть расширять свой плод. Сейчас мы это сделаем. Бабах, отлично. Бочки всплывают. А я тем временем посмотрю, что тут есть.
есть, кое-что есть. Так, тихо, тихонечко, тихонечко. Выплываем. Ой, акула, засранка. Плот, плот нужен, плот. Тихонечко, тихонечко. А что ты кашляешь? Нормально все? Так. И это 100%, да, это тигровая акула. 100% прям. У меня сломался топор. Блин, вот это плохо. Это уже плохо. Давайте посмотрим, что у нас... Как у нас крафтится этот... Я уже забыл, чем у нас крафтится плот. Так, бочечки. Бочечки. Веревочка и бочки. Хорошо, у нас все вот это вот, по идее, есть. Давайте поближе. Так, назад. Сдаем назад. Мне нужны вот эти бочки, чтобы они были близ... Тихо, тихо, не разгоняйся. Не разгоняйся. Вот так вот. Еще ближе, еще ближе. Вот, давай, давай, толкай. Отлично, все, я довольно близко. И сейчас я скрафчу себе вот еще вот такую вот часть плота. Так, могу ли я вот это вот... Ну, давайте будем это строить прямо вот назад вот так будет. Блин, у нас сейчас такой наклон будет у плота, охренеть. Ходить могу по бочкам? Могу. Тихо, тихо, не надо... Мне надо нас сломать. И мне нужен флор. Флор, для этого нам нужны палочки. Хорошо. Она сейчас добьется своего, блин. Погнали. А нужно укреплять плотик, а то я с него падаю. Это очень опасно. Так, секундочку, я сейчас наберу немножко палочек. И сделаем... А, хотя я досками хотел сделать. Блин, ну... Ой, досками не получится. Пусть будет у нас из этого... Из просто дерева. Из досок у нас будет вот эта вот середина. И все, а остальное у нас будет из обычных, елки зеленые, палочек. Мы выжили 22 дня, написано. Days survived 22. Очень хорошо, но так как у меня топора нет, блин, у меня сейчас нет и возможности рубить, блин. Это вообще неудобно, совсем неудобно. Топорик я как бы могу сделать, но не хочу, потому что я 100% знаю, что можно будет потом его найти обязательно где-то в лутах. В лутах. Ну, в луте, короче. Мы же сейчас по кораблям будем плавать. Туда-сюда будем искать разный лут, интересные штучки. Вот, палочку вижу. Иди сюда, маленькая. Вот. Отлично. Сколько у меня? 3 штуки. Да мало. А, нет, еще есть. Так, мне еще одна штука нужна. И как раз... О, вот. Вот отлично, вот и отлично. Так, так, а ну-ка. Есть. Палочки все собираем и идем крафтить. Ну, чтобы хоть как-то, чтобы хоть как-то у нас было равномерненько. Так, мне этот Steam. Да, блин, Steam это вышло. Так, отлично, вот так вот. Вот так вот, floor. И делаем раз. Отлично, выровняли. И делаем два. Ну, круто, уже... Уже хоть что-то у нас получилось. Что ж, идем дальше. Идем дальше, то есть плывем дальше, друзья. А что дальше? У нас там кораблик. Я бы сюда бы зашел. Отлично, задним ходом, отлично. Вот так, акул нет, надеюсь. Что ж, друзья, давайте я молоток все-таки скину. Что еще могу скинуть? Вот эту палочку скинуть. И вот эти вот пики тоже скину. Чтобы налутаться. Погнали. Погнали. Мне очень самые крутые штуки находятся вот в этих вот кораблях. Тряпочка, этого тоже нужно. Хорошо, выплываем. Не будем рисковать. И заплываем. О, так у нас еще одна часть тут есть. Отлично, из колес. Сейчас у нас будет плотик из колес, из бочек и из... Так, шипастик, тихо-тихо-тихо, шипастик маленький. А здесь у нас нету ящика? Нет, ящика нет, так, погнали. Что ж, мне все-таки нужен топор. Топорик мне все-таки нужен, к сожалению, блин, или к счастью. Там просто шины есть, и мы их будем использовать тоже для постройки нашего плота. Еще один вопрос к разработчикам. Какого хрена, блин, я не пойму, камни не спавнятся обратно? Потому что мы их собираем, собираем, допустим, да, и их просто нет, они пропадают, и все. Они просто пропадают. Мне кажется, даже палочки вот эти вот, которые которых мы собираем, они появляются обратно. А камушки нет. К великому сожалению. Так, мне еще один камушек нужен. Обязательно прям. Эх, придется, короче, вот такой вот хренью. Наточенным или как его там, камнем приходится мне вот так вот рубить вот эти вот маленькие деревья. Вот, не знаю, это написано, что дерево. Но это же не дерево, блин, это...
хрень какая-то, это какой-то куст, блин. И вот приходится. А знаете почему? Потому что вот эта вот ерунда, вот сейчас я вам покажу, она не ломается. Она вообще как бы invincible, то есть ее можно использовать, использовать и использовать. И она никак не сломается, никогда. Как бы она у нас это, ну, слабенько бьет, это само собой. Но это мне не помеха, это совсем не помеха. Ничего страшного, вот этой вот хренью и буду рубить вот эти вот шины. К сожалению, к великому сожалению, я буду рубить шины, то есть буду цепи эти вот, которые, или цепи, или тут трос, да. Буду бить вот этой вот ерундой. Офигеть, круто! Это железный трос, кстати, как я уже вижу, это, мне кажется, железный такой прут. А это когда-то у нас оборвется, нет? Я вроде долго бью. Да. Погнали дышать, тихо-тихо, не тут, без стресса, no stress. Тихонечко, все нормально у нас. Акула, о, есть, круто. Это очень хорошо. Короче, у нас будет универсальный гребаный плод. А что мне для этого нужно? Для этого нам нужно две шины и веревочка. И хаммер. Ну, давайте возьмем хаммер. А, я хаммер оставил, блин, я уже подумал, что уже потерял его. Это было бы не совсем хорошо. Так, что я могу здесь скинуть? Здесь я скину одну палочку и возьму хаммер в руки. Вот так вот. Даже вот, сделаю даже вот так вот. Даже плыть сюда не надо. Делаем вот так. Берем шины и куда-то я их засуну. Так, у нас спереди, сзади, то есть бочка. Потом у нас идут... А вот эта вот хрень идет. Блин, даже не знаю даже. Ну давайте спереди у нас будет... У нас будут шины, да? Спереди. Давай, ставься. Но! Чего не хочет? А, хочет, хочет. Все нормально, все хочет. Все у нас... Да ставься ты, елки зеленые! Ой, так, надо забраться на него, что ли? Давайте попробуем. Акула, 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 я вовремя, прям вовремя, очень вовремя забрался. Не бей, акула, засранка. Так, куда же тебя, блин? Да я не хочу сюда, блин. Не хочу. Тихонечко, тихонечко, засранка. А, блин, у нас там этот, Дискорд работает. Чего? Твою же мать. Я-то никуда не присобачил. Блин. Как это можно присобачить потом, а? Так, акула заколевала, блин. А ну-ка давайте держаться все-таки. Держаться. Да, я, короче, испортил. И веревку испортил. И вот эти вот шины испортил. Офигеть. Да поворачивай ты. Ай, дождик начинается. Чё-то он не поворачивает. Чё-то он не поворачивает. Кстати, у нас тут пузырьки есть. У нас тут пузыречки, а снизу акула. Ну окей, погнали. Посмотрим, акула, не акула, вообще без разницы. Я здесь вроде был, да? Тихонечко, нет, я тут не был. Тут меня не было. Меня она немножко поко... В смысле? Блин. Ай, места нет. Офигеть, плотик, плотик маленький. Спасай. О, вот этот ураган. Вот это вот уже ураганище. Хорошо, кидаем это, главное, чтобы акула это все не разобрала на запчасти. Это тоже сюда. Что еще могу кинуть? Вот это вот сюда вот. И я пошел нырять. Что у меня по хп? Плохо все. Давайте я кое-что выпью. Могу? Раз. Выкидывать. И два. Эй-эй-эй-эй. Вау. Ураган. У нас... Твою же мать. Плот ко мне. Тащим, тащим его на берег. Тащим плот на берег, друзья. Тащим на берег, офигеть. Ёлки-палки, если мне музыка еще играет, да? Давай. Я держу плот. Я тащу его. Да вы что, блин, я не могу потерять плот. Акула, акула, акула еще там плывет, блин. Засранка. Да плот тяжелый. Не тащится. Ай, укусила. Вообще пофиг. Выживу. Выживу, нет? Все, плот, ну тебя нахрен. Иду на берег, иду. Да плыви ты наверх, засранец. Вот. Да, укусила еще раз. Блин, офигеть. Жестко. Зачем я его тащу? Да за тем, чтобы перевернуть его. Давай, давай, маленький. Да, он совсем не маленький, блин. Прям капец, не маленький. Как тебя перевернуть-то? Давай.
Давай, маленький плотишка. Да будь ты мужиком, блин. Переворачивайся, не хочет, не хочет, сейчас захочет. Да. Вот мне интересно, это акула или плот? Мне очень интересно, это реально акула? Акула, блин. То есть ураган? Ну, в смысле этот. Ну да, типа ураган. Шторм или все-таки акула перевернула его? Я вот не знаю. А как убрать парус? Как парус убрать? Можно? Есть такое, нет? Убрать. Блин. А если... Нет, интеракт нельзя. Так, акула сейчас опять меня укусит. Тихо. Я аж испугался, блин. Ой, все упало, друзья. Все утонуло. Офигеть. Ну, главное, мы сейчас покушали, попили. Сколько у нас сейчас времени? Блин, сейчас вечер будет, да? Что вечер? Сейчас уже ночь будет. Короче, это охренеть. Кораблекрушение хреново, блин. Давай. Переворачивайся. А как перевернуть его? Я же хватаю. Вот. И. Давай. Твою же. Налево. Но. Толкай. Толкай его. Блин, не хочет. Не хочет. Ну, хрен с ним. Давайте переждем немножко. Чуток подождем. Блин. Очень все плохо. Мои колеса. Мой лут. Да. Еее, перевернулся. Отлично, забраться. Иди сюда. Отлично, парус есть. Что, он реально перевернется из-за шторма? Я чуток не пойму. У меня был молоток. И сейчас у меня молотка нет. Ага, понял. Парус, вся проблема в парусе. Это как в реале, друзья. Если... в реальности у нас шторм и парус раскрыт, вот типа так, да? Да, переворачивает. Короче, это прямо как в реальности. Молодцы разработчики, вообще молодцы. Они сделали так, что когда у нас шторм, то и парус раскрыт, то реально переворачивается плот. Это круто. Респект, большущий прям респект. Смотрите еще раз. Так, раскрыли. И пошла качка. Тихо. Все. Убрал. Офигеть. Вот этот штормище, блин. И ночь. И, к сожалению, ночь. Да, нормально. Ну-ка, давайте. Фонарик остался? Фонарик-то остался, блин, но... Эх, давай, поднимайся. Может быть, акула опять. Поднимайся. Отлично. Переждем. Ураганище. Акула, кстати, все еще здесь. Она еще плывет. Я ее видел. Засранку. Вот она. Только что-то она какая-то маленькая стала. Так, это у нас скат. Уплыла, что ли? Музыки сейчас просто не слышно. Вот, нифига не уплыла. Есть, еще плавает тут. Ждет, пока упаду. Да, придется переждать. Прямо даже поспать даже можно будет. Так, плот никуда не денется. Надеюсь, плот никуда не денется. Давайте все-таки сделаю себе маленький шалашик. Маленькую палаточку. Да, плот там и останется, надеюсь. О, тень такая серьезная. И придется нам сделать палаточку и поспать. Потому что мой персонаж хочет даже и поспать. Это очень важное... Важное мероприятие, поспать. Мне что, пальму завалить надо? Чем? Камней уже нет, блин. Блин, вот это вот плохо. Камней нет, на этом острове нет камней. Да. Кстати, нифига, я думал после 12 часов можно заболеть гриппом, но нет. К сожалению, к великому прям сожалению, нет. Сейчас посмотрим, сколько у нас сейчас время. Но мой персонаж уже кашляет. Вот знаете, у него уже грипп. Параметры все падают, прямо все падают. И времени у нас 20 часов. Все-таки это не так. Если шторм, то же самое. Нужно держаться в тепле, блин. Это охренеть, по идее. Потому что у меня сейчас все параметры уйдут под ноль. Я понимаю, что у меня еще есть немножко еды, допустим, немножко воды.
Но это все же печально, очень печально. Ну, дождемся, пока мой персик согреется, блин. Да, к сожалению, чтобы сделать палатку и чтобы мой персонаж поспал, так как он реально хочет спать, вот сейчас он реально захочет спать, так ему и пить, и кушать, и, короче, все подряд, и поспать надо будет. То для палатки нам нужны вот эти вот ветки, которые добываются только из пальм. Пальму надо вырубить, а у нас нечем, короче, ее рубить. И это большущая, большущая, прям прибольшущая проблема. Потому что здесь камней нет, так что придется переждать ночь здесь. Все-таки прямо переждать. И поплыть на другой остров, там, где есть камни. Да. Шикарно, вообще шикарно, офигеть. Ну вот такие вот суровые, реально суровые условия в Stranded Deep. Если играть, как говорится, как надо, то есть, чтобы кушать, питаться там туда-сюда, то это реально большая проблема. То есть, надо всегда следить за этим, чтобы персонаж не голодал и так далее. Потому что у меня сейчас начнет ХП падать, здоровье. И чтобы поднять здоровье, надо будет все параметры воды и еды поднять почти что на максимум. Где-то на 80%. Не кашляй, маленький, ты же уже здесь, блин, греешься. Давай, согревайся. Тут, смотрите, даже для ножа, даже для топора, даже для всего, короче, реально нужны камушки. Вот такая вот хрень, а эта хрень делается из двух камней. Да. Это... О, блин, откуда ты взялся-то? Stone tool, нифига себе. Нормально. Вообще шикарно. Так, что я там хотел? Что я там хотел, друзья? Сейчас, секундочку, секундочку. А, вырубить пальму с этой хренью. А, блин, а мне сейчас сначала согреться надо. Сначала будем греться. А я перемотаю. Была ли это вот ерунда вот здесь или нет? Реально, я это вот все дело посмотрю. Офигенно, круто. Очень круто. Что ж, где у меня? Что у меня? Все, гриб прошел. Отлично, буду рубить пальму. Блин, наверное, полчаса рубить буду. Да, не быстро это было. Прям совсем не быстро. Ой, прям какая-то жесть. Реально какая-то жесть. Это какой-то гребаный челлендж. Палатка. Палатка, иди-ка ты маленькая сюда. Что тебе надо? Все отлично, все у нас есть. Смотрите, палатку даже ставлю. Даже вот, вот так вот. Так, во-первых, сохраниться на всякий случай. Прям совсем на всякий случай. И поспать. Но я, наверное, буду спать прямо до... А я не сдохну, кстати, из-за того, что у меня ни еды, ни воды нет. Ну, хрен с ним. Давайте это потушим. И реально поспим. Посмотрим, когда ли я... То есть, когда я проснусь. Так. Просыпается мой персонаж, солнышко уже. А, ну нормально, 9 часов утра. Это нормально. И ХП, мне кажется, тоже 3 единицы были, да? Тоже было 3 единицы. Хорошо. Сейчас покушаем. Короче, застряли мы. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу, это была испорченная хрень. Блин. Да, это было испорченный, был испорченный кокос. Плохо. Выкидываем. Выкидываем и... Рубим. Руби. 23-й день, выжили. Пишут, they survived 23. Круто. Выживаем дальше. Жестко. Трудно. Но все же выживабельно. Блин, я что, полчаса рубить кокос буду? Офигеть. Че, парень, я могу уже нож делать, да? Давайте сделаем все-таки нож. Раз можно ножик сделать, так давайте, где он? Ножом намного быстрее, мне кажется, все это будет. 3, 4 удара. Окей. А, это половинка. Все, берем. Берем и пьем. Но где-то у нас разлетелись. О, drinkable. Тебя даже пить даже можно, даже, да? Можно, отлично. Это у нас хороший. Хороший кокосик, хороший. Так, покушать. Так, друзья, погнали. Погнали, погнали, погнали. Идем спасать. Во-первых, попробую спасти мои вещи. А что ты не забираешься? А, хорошо, давай. Сделаем тогда вот так вот. А, так, задний ход. Так, это у нас что, не задний ход? Не-не, это не задний. Вот так вот. Спасем вещи, если получится. Надеюсь, акула к нам не подплывет. Потому что все же уже, блин, как же он тяжело поворачивает. Офигеть, нифига себе. Да, не быстро это все дело. Хорошо, все. Да, засранка, блин, акула здесь. Твою же мать. Пошла нафиг.
Что с тобой делать, блин, сделать? Я даже убить тебя не могу, потому что пика у меня нет. А что у нас там еще было? У нас же... Она перевернет, кстати, плод. Вот именно акула. Давайте посмотрим. Ну, мне кажется, может. Мне кажется, может. А если я туда заплыву, то мне трындец, да? Ага, ну вот, несколько ударов и может перевернуть и плод. Ну, я нырну по-любому. По-любому, по-любому. Тихо, 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 тихо. Тихонечко, тихонечко. Акула. Айц. А ну-ка. Да, еще один укус, и мне трындец, наверное. Да где этот вход, блин? Блин, говно собачье. Бери ящик. Да, это мне нафиг не нужно. Так, у меня сейчас хп потратится. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, сдох. Но у нас есть сохранялочка. Я же сохранился, так что все отлично. Что ж, заплываем еще раз. Заплываем, заплываем. Так, дверь у нас здесь все-таки. Дверь у нас здесь. Ошибок больше таких не сделаем. Ну, попробуем, попробуем. Так, здесь уже другой лут, как я понимаю, да? Да, совсем другой лут. А, вроде бы все. Выплывай, засрань. Да, елки зеленые, там меня что-то держало. Хорошо, наверх, наверх, наверх. У меня и так мало хп. Поднимайся. И мне очень интересно, так, что в этом ящике? Кидаем из... О, мал... Ух ты, air tank. Отлично, из air tank можно сделать хорошее копье. А, гарпун, то есть, гарпун можно сделать, да? А ну-ка давайте посмотрим, что у нас... Тихо. Что у нас за гарпунчик делается из air tank? Скотч, веревка кожаная, две палочки и air tank. Отлично. И где-то здесь я же потерял свой лут. Кстати, давайте все-таки это вот дело. А, ящик уже пустой, давайте я сюда засуну. Это засуну, это засуну. Допустим, пропеллер, потому что я помню вроде бы, что его у меня не было. И погнали дальше, я буду искать, что я уронил. Потому что это засранка акула, блин. Мой плод потопило. Или его, или это, блин, это глубоко. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А это, чего? Давление, что ли? Ребят, в игре добавили, я не помню, чтобы раньше этого было. Чтобы это было раньше, смотрите. Ай, ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чем глубже я заплывал, персонаж чувствовал давление. Ну, давление воды. Illness, я болен. Я могу от этого сдохнуть? Или же нет? А я не знаю. Могу ли я или не могу. Так, ящик давайте возьмем так, чтобы нас не перевернули. Не, короче, свои вещи я не найду никак. К сожалению, не найду. У меня сейчас вопрос другой. Можно ли присобачить вот... Нифига себе скорость. Тихо, 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 маленький. А вот это вот к себе. Могу? Как-нибудь. Я скрафтил просто, получается, рядом, просто рядом с плотом. Так, давайте сделаем вот так вот. И откроем себе крафт. Так, нет, топорик. Топорик нужен, то есть молоток. Нужен молоток. Иди сюда, маленький. Это вот забираем. Молоток в руки и крафтим. Крафтс. А, две штуки, колесики, А, так я же могу это разбить. Да, я же это могу разбить. Только нет... Тихо! Тихо, тихо, тихо. Не надо. Не надо. Я домой. Я домой. Вместе с колесами. Нет. Акула. Засранка. Тихонечко. Не бей. Не бей. Блин, твою же мать. Давай колеса, блин. Так, ну хорошо. Сколько у меня хп? Нормально? Нормально. Нож есть? Есть. Рубим. 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 Давай, вырубай, елки-палки, эту веревку. Да, все-таки это не железные эти вот. О, блин, сломалось все. Короче, что ж, давайте я все-таки припаркуюсь, друзья. На этом мы, наверное, закончим сегодня. Если вам тихонечко серия понравилась, мне придется все-таки убить эту гребаную акулу. Если вам серия понравилась, если вы хотите продолжение по Stranded and Deep, пишите об этом в комменты. Только 58% это очень мало. Пишите об этом в комменты и ставьте, конечно же, лайки, друзья. С вами был Кентавр. Это была игра. Это была игра Stranded Deep. Всем удачи и всем пока. Мне придется или отсюда уплывать, потому что нечем ее убивать. Или же...
убить все-таки. Всем пока.